И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival. И сегодня последняя миссия. Последняя, черт побери, ее миссия. И мы ее пойдем побеждать. Да, я создал патронтасы для дробовика. Вот такой у меня дробовичок на 642%. Отдали за миссию. Да, переработать его нельзя. Вот, и... пойдем сегодня на миссию. Взял дробовик, потому что дробовик это самое кайфовое оружие. Как ни крути. Здорово! Так, а сколько я урона наношу с пистолета? 1500. А, ну здесь каждая же дробинка наносит урон. А с пистолета я наношу... 1 по 600. Но тут как бы да. Тут как бы да. Сколько там дробинок? 6 попадает по 250, а тут один патрон. Ну, в общем, намного сильнее урон. Идет, конечно, это факт. Базик снаряд. Но это всего лишь на симуляция. Короче, погнали на последнюю миссию. Последняя миссия нас ждет. Кстати, да, здесь у меня есть какая-то... такой-то мод. Да чтоб тебя, стрелка, вернись, собака, у меня стрелка пропадает. И она иногда не жмет. Не жмется. Типа элемент конвертер, и это для того, чтобы переносить элемент типа с одного этого. То есть ты его делаешь в другой ID, типа, и можешь перенести сервера на сервер, а потом перевести его обратно. Вот такая вот фигня, короче. Какой-то мод добавил, я не знаю. В общем, неважно. Неважно. Важно то, что время собирать пыльцу. Ищите высококачественную пыльцу, избегая токсичной пыльцы и защищаясь от местных созданий. А, ну так это миссия на сбор, что ли? Ну, допустим, значит, я дробовик не зря состряпал. Значит, что... болотный биом, куда-то мне вроде бы в тот район нужно было идти. Чё-то, короче, телепорт никуда не привел, ни один, ни второй решил пешком дойти. По факту нужно было телепортироваться на, по идее, вот отсюда слева, и дойти было бы легче, быстрее. Быстрее, по идее, но это не факт. Ой, и тут... третью уже серию подряд записываю. У меня такое состояние, скажет серию, все хуже, хуже, хуже. Я, походу, дело приболел. Ну, такое бывает. Но фиг с этим всем. Так, время собирать пыльцу. Сейчас просто чай. Мед, лимон попил. Вроде бы должно полегче стать. Ну, понятное дело, теплый. Ну, в любом случае, когда вы смотрите этот видос, уже все. Всего-то. В общем, когда вы смотрите этот видос, уже все пройдено и давно. Здорово, здорово, здорово. Всего-то навсего сканировать. Ёшкин кот. Ну, это изи-бризи миссия. Вот только дилофазавры, конечно. Дилки прям бесят неизменно. Они всегда бесили, бесят и будут бесить. Своим... фу, в лицо. Ну, здесь главное, конечно, да, успевать отдохнуть. Давать Раптору. Раптору. Убил Раптору и сказал Раптору. Давать отдохнуть Рексу, чтобы все-таки, ну, как бы то ни было, выносливость-то восстанавливалась. Так, Дила, иди в попень. Своими харчками, сморчками. Бесишь меня? Сканируй, Хеленка, быстрей! Валим отсюда. Так, ну, ногами я могу себе позволить просто текать, текать и текать. Сейчас соберем пыльцу. Посмотрим. Сканер включен. Так, подойдите ближе все-таки, да? А я был надеялся. Дай-ка я быстро... ну, залезь на скалу, пожалуйста, залезь на скалу. Не хочешь, ну и пошел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как ничего не видно. Давай, сканируй.
Все, оттекаем нафиг. Пошли они все нафигу, нафигу. Все пошли. И ты, и ты, и ты. Все пошли. Нафиг, нафиг, нафиг. Не-не-не-не-не, даже не пытайтесь. Силёнок не хватит, тем более ногами. Да в смысле там какая-то собака под водой меня бьет? Из-под воды. Быстрей, бешим! Иди нафиг. Ара-ара-арнео. Ну ты козлина. О, вообще огонь место. Стал туда на пьедестал, и никто меня не достал. Да? Вот такой я молодец. Ни черта не вижу. Ни черта, говорю, не вижу. Просто ужасно и отвратительно. Она покажет вам путь к высококачественной пыльце. Хеленка-то знает толк в хорошей пыльце. Ешкин кот, зачем мне эту пыльцу собирать? Кто-нибудь мне объяснит, зачем некоторые миссии вообще в целом существуют? В чем у них логику собрать пыльцу? Не, ну, допустим, была бы миссия. Собери, ну, не знаю, шелк. Собери там шелк. То есть ты как бы такой идешь, собираешь какие-то ресурсы. То есть невыдуманные ресурсы пыльца, а шелк, к примеру. И вот ты идешь, миссию выполняешь, где-то собираешь шелк. То есть ты практикуешься в добыче ресурсов. В чем логика сбора пыльцы? Ну-ка быстренько мне разрабы объясните. Твою мать. Я сейчас на тебя какаху сброшу. И вы сдохнете, твари. Лезут они под ноги. Что-то как-то дофига точек. Прям аж что-то аж бесит это. Что-то прям очень дофига точек. В вулканическом было поменьше. Раньше было лучше, сейчас совсем уже не то. Ну, вроде бы ж так, да, обычно говорят, когда что-то не так идет. Yep. Getting closer. Yeah. Ладно, все равно ничего не вижу, погнали на точку. Пам-пам-пам, парам-парам-пам-пам. Пошли все вон, козлы, все вон. Я нашла то, что нам нужно вернуть. Ой, добрый вечер. Погоди, мне нужно сейчас собрать растения. А, тут дофига всякого говна бегает. На, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой же это все отстой. Так, ну допустим. Ну, пожалуйста, не лагай. Слышь, ты кого там трогаешь, тварь? Отлично. А! Чего? Ясно. То есть здесь это. А, мне нужно один из девяти достать. Я понял? Ты не вовремя перезаряжаешься! Ну, допустим. Так, братан, за мной иди. Иди нафиг! Я ж ничего и так не вижу.
Пыльца, говорит, высококачественная. Ёшкин кот. Да ты что, дурный что ли? Я дурак. У меня оружие в руках. О, дурное животное. Сейчас бы вот бежать на человека с дробашом. Ага. Вообще обезумевшее создание. А! Это моя со спины. Я думал, не добил. Так, мне нужно нормально это, мили оружие взять. Мне не нравится это кирка. Да в смысле я ничего не вижу, куда я бью? Теперь я тебя вижу. Ах ты ж мать твою за ногу! Да выпендривался, перезарядиться. А перезарядиться прям между глаз. Не надо ко мне бежать. И ты отойди нафиг, бесите вы меня все. Козлы. Чё идёшь сюда? Ну и ползи отсюда. Ох, какая ж тупая миссия. Собери кучу говна и получи ровным счетом ничего. Кроме отравления. Рекс! Простите, у меня не то оружие. Счет за ремонт пришлю, тварь. Так. Мне еще, конечно, интересно, где этот Рекс гнида лазит. Но это ладно. Вроде бы зазывал за собой. То есть нужно все собрать в итоге. Без вариантов. Ну окей, допустим. Дело сделано. Дело сделано! Опять работать! Я тебя видел! И тебя видел! Я всех видел! Да, бежать! Вот чего я точно не видел. Ну, добрый вечер! Не-не-не-не-не, плевать мне точно не нужно. Опять услышал Дилку. Ху! Убил в полете. Ну, Рекса нужно на... Не-не-не-не-не, иди взад. И ты иди взад. И ты пошел взад. Все взад идут. Ах ты, твою мать. Слышь, я сейчас вам устрою. Кузькину-воркузькину. Слышь, а чего вас так много? Перезаряжаться. Я сейчас вам... Так, ты-то свою морду сюда большую не суй. Без тебя тут разбираемся. Так, какая сволочь плевала. А, то тут несколько сволочей. Ну, нифига себе, добрый вечер. Устроили мне тут. Так, мелкие. Козлы. Да опять плюнула, тварь! Как это бесит. Ладно, но тут без вариантов. Тут только на Рексе прорываться. Вот через это все пешком точно не пройти. Прям без вариантов. Только на Рексе. Ну, в смысле, на Диносе. На любом. Кто хоть как-то может это все говно убить? Да иди ты в задницу! Дебил. Я не вижу точку, куда нам мне нужно бежать. Пожалуйста. Спасибо. Все. В задницу все это. Дебилов. Хочешь тут сделать что-то адекватное? Не, нафиг, короче. Геноцид, так геноцид. Время просто на исходе уже. Устроили мне тут козлы. Главное вовремя смыться.
Вот уроды. Всю броню поломали. Не, не всю. Слава богу, они это. У них дама говна. Ёшкин кот. Вот это фигня была нехорошая. Ну ладно. Живем. Куда бежать? Туда бежать. Да уж, короче, с Рекс лучше вообще не слазить. И всегда его держать под рукой. Нафиг, 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 нафиг. Такой дурдом был, это, конечно, да. Ну тут еще проблема, с болотом. Ты вот это вот бежишь по болоту, ты пытаешься стрельнуть, ты думаешь, что ты идешь пешком. Фиг с два! Ты не пешком, ты плывешь. А ты вот такой быстрый, как будто бы ты идешь пешком. Но игра говорит, нет, братан, ты плывешь, поэтому ты не можешь стрелять. Вот они жрать тебя могут. Ой, дурной! Ну, дурной же. Дурной. Чище сказать. Бэткам, бэткам, пошли вперед. Вау! Я не помню, куда нужно бежать. Вроде бы куда-то туда. Но это не точно. Сначала вернем, потом отдохнем. Я точно. Так, делаем так. И жрем под собой. Жрем под собой. Бежим. Пошли все нафиг. Это не альфа, где вас надо всех убивать. Так, сканируем и жрем под собой. Так, не-не-не, давай вот так на скалу заберемся. Угу. Да, ты скотина. Просмотрел тебя. Так, куда бежим дальше? Ой, как вас тут много было. Не-не-не-не-не. Я автографы не раздаю. Идите нафиг. Ой, добрый вечер. Черт побери. Главное, чтобы дилки не плюнули в лицо, твари. О, отлично. Куда? Туда. Большой кругаль и нафиг вдаль. Давай, 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 беги. И беги, мой верный Рекс. Беги, мой друг чудесный. Ах, ты ж зачем спрыгнул-то? Там, по идее... Ай, не лагай. По идее, там со скалы должен был достать. Ну ладно, главное тут не тормозить. Ну, в смысле, не останавливаться, и дилка не должна плюнуть, даже если она будет. Вроде бы загрыз ее. Yep. Давай. Посмотрим. Сканер включен. Странные деревья. Спасибо. А, это мне нравится. Постоим, восстанавливаем выносливость. Почти на месте. Значит, бежим. Не тормозим. Вау! Вы что творите? Козлы. Плевать-то вот точно не надо в лицо. Слышь, я тебе сейчас обоссу. Тебе понравится? Тварь. Плюется она тут мне. Ну давай, сканируй уже, ёптвыш, за ногу. О, убрал этих козлов. Не-не-не-не-не-не-не-не, мелкий, иди нафиг. Почти, ёптвыш, за ногу, странные конченые ублюдочные деревья бесит. Ой-ой-ой-ой, это было прям... Не, самое бесячее, это все-таки деревья. Со своей листвой. Вот это все-таки самое бесячее. Так, здесь некуда вставать. Так что просто делаем пруколя, убивая всех и желательно снося все деревья. Дай-ка я быстро это просканирую. Да, вон бегут делать фасавры нафиг все. Идите. Yep. Yep.
Вперед, вперед, вперед. Бежим, бежим, бежим. Посмотрим. Сканер включен. Дай-ка я быстро это просканирую. Сканеры, сканеры. Отлично. Маленький кругаль, зато быстрое движение. Ну, кстати, нормальный кругаль сделал. В итоге все равно вышел туда, куда нужно. Ага, вот это сейчас она сразу сосканирует. Отлично. Начнем оттуда. Не, можно и отсюда. Оттуда там уже ближе будет к краю. Так, давай-ка я лучше тебя на пассивку включу. О, добрый вечер! Пошел ты! А, точно, это же говно. Я думал, опять дилка. Ну, какого фига хотел уже сказать. Иди нафиг отсюда! Слышь! Вот тебя тут не хватало! Встал он тут, ублюдок, мать твою, за ногу, иди сюда. Хоп, хоп. На нафиг. Черт, не ожидали. Вот так-то. Они спавнятся, это основная проблема. То есть даже если ты зачистишь, они все равно будут спавниться. Блин, ну альфа-чару будет тяжело пройти. Вот, вот из-за вот этого блевотанного дерьма на глазах это будет тяжело пройти. Ну извините, я по-другому это назвать не могу, это блевотное говно. А еще, уп, ты эти твари здесь. О, добрый вечер. Ой, да ладно, я их разбил, я их Рексом разбил. Опа, чё? А вот это уже интересный добрый вечер. Так, отлично. Так, погоди, погоди, погоди. А, твою мать. А вот это мне интересно. Я разбил, получается, Рексом. Мне, по идее, пойти по кругу, разбабахать все это дело. И потом просто пробежать, собрать. Так? Ах, твою мать. Ты чё, раньше не могли сказать, что ли, что так можно было? Вот сейчас я прям реально почувствовал себя как из этого мемаса с уральским пельменем. А чё, так можно было? Вот прям реально настолько тупо себя сейчас почувствовал. Так, братан. Текаем. Так, грызем и текаем, грызем и текаем, грызем и текаем. Сейчас, 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 3 секунды, 2, 1, давай, 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 грызем и текаем, отлично. Тут не обязательно идти по тем же полосам, как показываю, тут самое главное прийти в точку эвакуации, то есть точку назначения. И все, поэтому грызем и текаем, а Рекс сможет прорваться через всю эту мелочевку, это самое главное. И должна быть последняя точка. Да пошли вы, ублюдки, мать вашу. Пошли вы, говорю, ублюдки, мать вашу. А! Самое главное дойти, они исчезнут потом. Ху-ху! Ху-ху! Класс, ну урон они вообще прям не нанесли. Это хорошо. Это просто великолепно. Седло на Фиомию. Легендарное седло на Фиомию, между прочим. Ну вы поняли, да? Насколько это классный приз? Ну ладно, забудем об этом. Так, о кошмарном сне. Мы же тут проходим, чё? Правильно, миссия. А не какие-то там призы получаем. Ха!
Ну ладно, чё. Погнали на Альфу проходить. Ну что я могу сказать? Разбивать пыльцу Рексом однозначно намного удобнее. Точнее, разбивать растения Рексом, а потом собирать пыльцу. Это прям очень удобно, я бы так сказал. То есть ты как бы не подвергаешь себя опасности, и на Альфе это прям очень сильно must have. Единственное, что 4 минуты, ну 4 минуты это нормально. Там что, дают 3 минуты всего лишь, то есть у меня еще есть минутка. Уж не говоря о том, что здесь и добежать-то недалеко. Так что да, бежал я именно в прямом смысле бежал. То есть тактика у меня была встать повыше и дождаться, а потом бежать. Ну, то есть, как примерно на ногами, да, примерно, как я делал. Так что все вполне нормально. Блин, надо было другую собрать. Не собрал. Отлично. Кусок блевоты. Ну ладно, время-то есть, так что с этим проблем точно не будет. Отлично. Я еще в говно встрел. Ты вот знаешь, как вот идешь, вроде бы день был хороший, а что-то в говно наступил. И вроде бы уже обтер, а все равно запах, такое ощущение, как будто остался. Запаха-то нету, но чувствую такое же примерно. Вот сейчас вот как у меня было. И вроде бы уже и все, а нет. Все равно умудрился вляпаться. Собака. Ну ладно, здесь изи-бризи, здесь просто беги. Здесь самая сложность будет только вот в конце, там несколько спина, они могут застопать, но у меня есть 2 минуты на это дело, это вообще прям изи-бризи. Это не составит проблем. Самое главное, точку не пропустить. Можно даже попробовать вот так проскочить. Не-не-не-не-не-не-не-не. А, отлично. Да! Черт побери. Ты чертовски права. Ну и что мы здесь получили? Получили мой кусок говна, да? Да, электрошокер. Седло на Фиоме. Классно. На плезиком. Тканевая легендарная хрень. Легендарный топор. Это, конечно, очень все нужное. Но мы не за призами проходили миссии, а за тем, что 166 пройдено. Скифы я еще сейчас пройду. Ну, то есть, как я и показывал. И остается только заметки пройти в одном из биомов. И все. Но это уже будет все за кадром. А это означает, что в следующий раз мы пойдем... Я не думаю, что что-то изменится. И в следующий раз мы пойдем уже на босса. На гамму пойдем. Черт побери, наконец-то, ёп. Локарек, когда ж это уже должно было быть, уже давно. Задолбало мне это уже, эта карта прям конкретно. Но, сколько тут, 70-й выпуск? Я не знаю, какой это выпуск, я сбил со счета. У меня там сейчас загружено сколько-то я уже наснимал, сколько-то еще не смонтировал. И вот 70-й, я не знаю, какой это выпуск. Ну дофига. Ну а я на том же с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, не, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.